Теперь, друзья, обзоры моих заказчиков. Смотрим. Ножик в светлом, бычьем хвосте. Подогнан четко. Знакомый звук. Красивенький капик. Смотрите, одна другой не похожа. Клеймо мастера РВЛ 13. Красавчик. Вот это вещь, ребята. Таким ножом только надо гордиться. Едет куда-куда? Москву. Антону. Антон приобретал племянника ножик. Вот. Ему отправил, а сам себя забыл. Ну ничего. Поправляем. Новый ножик, совершенно новый. Лучший, надо сказать. Узнаете потом, Антон, в чем он превосходит ножик племяшкина. Вот. Так что пользуйся. Поздравляю. Отправка сегодня. Ну, а остальные мои зрители, заказываем, не сидим. Всего ничего осталось до Нового года. Каких-то таких суток и все. В январе нечем будет заказывать. Правильно. И после Нового года цены меняются однозначно. Худшую сторону, конечно. К сожалению, это так. Не хотелось бы. Но немножко потихоньку расстаюсь со сталью РВЛ. По той простой причине превосходящие стали присутствуют. На днях испытаю. Вот. И на моем канале будет только лучшие стали, только для вас. Так что если пока есть возможность, за 19700 приобретаем РВЛки. Заказывай!